Всем привет! С вами снова я, Дэн 150. Это летсплей на Шенму, точнее его продолжение. Уже под номером 9. Как мы помним, мы нашли зеркало Феникса. Вот оно. Вот так вот красиво нарисовано, достаточно детализировано. Правда, вот то, что это зеркало, не зеркало, но... Что же, давайте позвоним мастеру Чену, так как... Так. Нужно еще найти номер этот, если честно. Я просто уже не помню. Вот он. Ага. Давайте. Я, пожалуй, скипну набор. Вот я набрал номер. Nine Dragons. Вот так вот. Nine Dragons. Warehouse number 8. Да ну нафиг. Message to Shannon, please. Excuse me, but you are. My name is Hazuki. Just a moment. Он не узнал голоса человека, которого он должен охранять. I'll come to my father. Come to warehouse number 8. Sure. Куда же еще отправиться? Пойдемте сразу в Дабуиту. Да. Такая нагнетающая музыка. И уже так рано, очень сильно потемнело. То есть уже 26 декабря, да, и то есть время, так сказать, когда солнце садится, уже намного раньше наступает, собственно. То есть еще один признак реализма в данной игре, что не может не радовать. Давайте поговорим с Назоми. Такая няшка. Sure. Такая вот девчушка. Пойдемте. А, помидорчик, прости, мне сейчас некогда в тебя заходить. Действительно, атмосфера уже не та. Мигуми? Ты что так поздно гуляешь? Ух она какая. Хитрулька. Давайте снова ждать этот дурацкий автобус. Ну, я, пожалуй, опять же скипну. Вот он подъехал. Юху! Опять же, никого нету в автобусе. Что очень странно. Впечатление, как будто он специально для Рио ездит.
специально по определенному маршруту. А как автобус здесь всего один. То есть, никаких других автобусов здесь просто нету. Ездит только вот этот вот. На котором ездит лишь один Рио. Странновато. А, вот, наконец-то мы приехали в гавань. А, так, что у нас здесь? А, идем к району старых складов. Вот так вот, здесь темно уже. Даже как-то немного не по себе, если в реальности так. Ой, я уж думал, что здесь какая-то сцена началась. Просто начался вечер в гавани. Вот наш старый знакомый. Он, не знаю, как-то не хочется мне сегодня с ним разговаривать. Вот и тут работяга, несмотря на то, что уже рабочая смена вроде бы давно закончилась. А может и не закончилась, если честно, я не помню, во сколько она кончается. Ну да ладно. А, вот он. Вот они, старые склады. Excuse me, I need to meet Master Chen. What's your name? Ryo Hazuki. I've been expecting you, sir. Please, go on in. Ух ты, нас здесь не просто это, как его, пускают, нас здесь даже ждали. Что же, отправляемся. Там кто-то сломал стекло. Не знаю кто. Вот, охранники почему-то ходят уже без фонарей. Удивительно как-то. Вот он, склад номер 8. Как-то он громко открывается, мне кажется. Ну или просто мне кажется. Вот она, мастер Чен со своим сыном. Yes, it's made of phantom river stone. Из камня призрачной реки. Why did Lanady only steal the dragon mirror? He probably didn't realize your father had both. Ланди не знал о том, что отец Рио имел оба зеркала, а не только одно зеркало дракона, собственно, которое он и украл. A long time ago, Chu Yonda once told me, when the dragon and the phoenix meet, когда встречается дракон и феникс, небеса между землей и небом врата между землей и небом открываются. Вот, то есть мы узнаем, что Чи Ю Мэн это вот группировка, и Чи Ю это то есть какой-то монстр из легенд. Even I don't know, but you mustn't allow him to get that mirror. Be careful and stay alert. Нужно быть осторожным. If he finds that mirror, it will be the end of you. Huh? Вот он, красавчик! Ой, какой он злой! Просто Assassin's Creed, это просто там паркур бред по сравнению с тем, как этот чувак умеет. Какую именно?
Зеркало упало! Как оно не разбилось? Это злобный дядька. Чем-то напоминает моего одноклассника. Вот так вот все обошлось. Бешеные ангелы. Да, какая-то группировка. И они связаны с Чьюменом. Замечательно, теперь нам еще нужно будет искать Мэтт Энджелов. Гонконг. И, собственно... Рио хочет попасть в Гонконг. Самоуверенный. Это мне одному кажется, или... как его там... Ну, в общем, вот этот вот человек, Гуижанг, или как его там... как-то чем-то похож на Ланди. Знаю, впервые, когда увидел его, я и подумал, что это он и есть. Все, девочки, не спорьте. Что бы ты делал, если бы твоего отца убили? Вот, Гуижанг. Кстати, почему они именно здесь живут? Не трать свою жизнь ради мести. Золотые слова. Злой Рио. Он настолько брутален, что злой даже, когда не злой. Вот, собственно, мы снова оказываемся уже у себя дома. В резиденции Хазуки. Снова Эпик Фейс. Мне всегда интересно, почему все происходит именно в 11:30. Так, давайте сохранимся. Пожалуй, сохранимся вот сюда. Пока что остановлю запись. Вот, мы сохранились. И ложимся спать. Вот мы видим сны Рио, которые сделаны в таком достаточно абстрактном стиле, что именно действительно дает понять, что это сон. Скорее всего, размышления о чем-то или о ком-то. Зеркало дракона.
8:30, как обычно, Рио просыпается с утреца. И сейчас что-то произойдет. Банковская карточка. Или что это, я не знаю. Ой-ой-ой-ой. У нас теперь 45 тысяч. Ае, мы крутые. Так, что у нас тут? Нет, связи нет, денег, я должен поговорить с Фукусаном. У Фукусана-то 100% есть связи и деньги. Ну да ладно, отправляемся. Нет, у нас еще здесь будут денежки. Хотя... Ладно, давайте сначала поговорим с Фукусаном. Так, по-моему, вот его комната. Да, вот она. Дешевые агентства путешествий. Фукусан хочет помочь чем-то Рио. А, видимо, уговорите на сан. Путешествие, да, путешествие. Good. You could use a vacation. Oh, yeah. Where are you thinking of going? Куда ты хочешь отправиться? Hong-Kong. В Гонконг. Hong-Kong? It seems the man who killed Cosby sent us there. Вообще не палится. Инесса, please give him the money for the trip. Idiot. Трио вызывается. Рио-сан, что ты хочешь сделать? Ничего. Ничего? Это сумасшествие. Мне не разрешу тебя это делать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну. Прекрасный звук. Ай-яй-яй. Вот так. Конец разговора. Вот так вот. Спасибо большое. What did I do? You didn't have to tell her everything. I'm sorry. Вот так. I'm going to have to do this by myself. Так, что теперь? Найти, узнать точнее, сколько стоит поездка в Гонконг. А, кстати, да, давайте сейчас я позвоню Назоми.
почему он не хочет звонить? Так. Вот так вот мы набираем на зоме. Она еще не пришла домой. Еще не пришла. Простите за беспокойство. Так, что же? Отправляемся искать дешевое агентство. Так, в Яманозу давайте пойдем. Вот погодка снова не очень такая хорошая. Пасмурная. Ну, может быть, еще как-то изменится. Пройдет, если время. Давайте навестим котенка. Где котенок? Hey, Joe. Hey, Megumi. Мими потерялась. She was already gone when I came. Will she come back? Okay. I'll go find her and you wait here, Megumi. Thanks so much, Joe. Так, а где она может быть? Мигуми беспокоится, потому что котенок пропал. Конечно, чего уж тут. Так. Ну, здесь котенка вроде нигде нету. А. Так, ну, в добыту, по-моему, котенок бы не смог убежать. Давайте. Побегаем здесь где-нибудь. Ага, я слышал, по-моему, где... Я слышал мяуканье. Да. По-моему, раздается откуда-то здесь. I can hear her mewing. It must be from down there. Так. Мими, ты где? Вот она, Мими. Мими нашлась. Well, there you are. Oh, there. И снова эта замечательная мелодия. Вот мы видим на зоме. Real, wait, were you looking for her too? Ты тоже ее ищешь? Да. Так вот, где была на зоме. She's here, Megumi. Вот она, Мигуми. Подружки. Yeah. Такие мелочи, но так цепляют. Собственно, на них и построено все Шенму. Так, а что же, отправляемся искать агентство. Thank you.
Так, агентство. Ту-ту-ту-ту. Давайте спросим у нашего старого знакомого, может быть, он что-нибудь знает по этому поводу. Did you sign up? Oh. Do you know of a cheap travel? Yes. Ага, блин. Ну что же. Кстати, вот оно ж агентство. Спасибо Тому. Please come in. Hello. Пожалуйста, заходите. Yes, to Hong Kong. Hong Kong. Well then, have a seat. Присядьте. Are you a student? Yes. With a student discount of about 220,000 yen. Есть что-нибудь подешевле? I'm afraid we don't sell one-way tickets. The ticket alone's about 198,000. 198,000. I'll come back. Here, why don't you take this pamphlet with you? Think about it, and if you're interested, come back. Okay, thanks. Вот такой вот вежливый дяденька. Ну, у нас есть флайер, который можно повертеть, посмотреть. Опять же, мелочь, но приятная. А, только 11 часов утра, так что все еще у нас впереди. I'll go home and talk it over with Fuku-san. Отправиться домой поговорить с Фукусаном. Тут же было вроде как еще одно агентство. Давайте в него сейчас зайдем. Да, великолепная мелодия помидорчика. Давайте еще. Вот оно, агентство еще одно есть. Возможно, в нем что-то у нас мы найдем. Видим тетеньку, которая читает журнал. Тетеньке, походу, все пофигу. Найдите предложение. 170. Jeez, what a pain in the... Боль где? Где это у тебя боль? 158. Самый дешевый, что у них есть. 158,000. Тебе же сказали, что это самый дешевый, Рю. Идиот. I went and got it out, so at least take it with you. Вот. Тоже, так сказать, две компании. То есть в одной нас приняли дружелюбно.
жизнерадостной. Здесь же нас приняли достаточно холодно. Да ладно, давайте отправимся к Фукусану. Все, поговоришь. Обязательно ты с ним поговоришь. Вот, а мы заходим домой. И сейчас, пока я вот отключал эмулятор. Эх, как же все быстро работает без записи видео. Ну, перепрохождением Shenmue я уже в следующий раз смогу насладиться. Сейчас мы снимаем летсплей. Вот отправляемся снова к Фукусану в комнату. The Hong Kong Fair. Самый дешевый буклетик. Just a moment. Фукусан с чувством, видимо, своей вины. What's that? This here is my savings. Отдает свои сбережения, свою копилку. Фукусан. Well, I really want to help you out. It's not much, but. Там немного, но все равно он хочет помочь, действительно. И. Don't hesitate. Smash it open. Разбей. Are you sure? Yeah. Сейчас будем разбивать копилку. There should be a lot, but well, one, two, three. Почти 40 тысяч йен. I got an idea. I'm a florist. I'm a florist. Магазинчик, где Назоми продает цветы. Нам говорят, что Назоми очень много путешествует. Мы отправимся с ней поговорить. Однако, это будет уже в следующем летсплее. Так как времени уже достаточно много прошло. С вами был Дэн150. Удачи в играх и жизни. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. В общем, все в таком роде. Удачи в играх. И, конечно же, жизни. Пожалуй, я вырежу вот эту пробежку, пожалуй, до дома.